послушай охуенный монолог на одну минуту. Ну-ну. Настроение, блядь, и вот это желание играть вот этими байбеками вечными. Ну, вот как я первую игру играл, когда у меня пак три раза байбекнулся там, блядь, за первые 15 минут. Грозился вещи сломать. Чел, грозился, у меня вещи ломают на 5-10 минуте, ну, ломали. После первого байбека уже. Бля, вот я не пойму, вот чё вот он, блядь, дома нахуй вещи не сломает? Ну, возьми вот разбора. В шкаф, блядь, смотри, блядь, стекло, танец, блядь. Ну, я в игре, блядь, ну возьми и сломай. Почему мне это никогда в голову не приходило? Посоветовать этим долбоёбам поломать вещи дома. Действительно, это столько, блядь. Сломай, блядь, зайди, там мать смотрит телек. Как уеби, блядь, я не знаю, блядь. С разворота на мой, нахуй. Криком, блядь. Каратэ-до, раз, блядь, нахуй с разворота. Нахуя ты в игре вечером? Жизнь поломай. Себя сломай, нахуй, жизнь. С разгона, блядь. Возьми в стену, как любимого. В жизни это легко, понимаешь? Фу, это. В игре это легко. Раз, сломал. А ты в жизни сломай. Он сидит у тебя пахан, да, там, нахуй, я же говорю, блядь. Бреется. Так матери пахан. Ножом, хуяк. Бритву из рук вырвал в стену, на, блядь, ёбаный урод. Доказывай, блядь, жизнь, ты в игре доказываешь, чёрт. Блядь, это настолько гениально, как мне это ни разу в голову не пришло. Я хуесосил додеров десятки тысяч раз. Мне ни разу в голову не пришло посоветовать сломать вещи. Вот реально, сломай свой ебаный компьютер, уёбище, которое, ну, там, руинит или фидит. И все, ну типа вот у тебя не идет игра в доте, ты играешь за компом. Ну так сломай свой нахуй компьютер и все, ты больше никогда не будешь никому ничего руинить, никому ничего больше не будешь ломать. Но вот это вот последнее про пахана, я так понял, это типа батя бреется. Подойди ему провод перерез, блядь! Ой, блядь! Или разбей телек матери, которая смотрит, вот это он придумал, бля. Ну конечно, да. Топ-рофлерами не становятся, ими рождаются, походу. Это пиздец. Это пиздец. Это один из самых смешных видосов, что я когда-либо видел. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.